Добрый вечер, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Я снимаю это видео на телефон. У меня сегодня выходной. Я решила с вами поделиться тем, что у меня появилось за последние 1,5-2 года. Я, правда, не снимала о парфюмерии, которые появились в моей жизни. Так вот, 80% парфюмерии здесь подарки. И что-то я приобрела сама. Подарены были мне эти подарки моей дочерью, моими друзьями и, конечно, самое главное, моей любимой Анжелой. Потому что так она меня балует. И мне действительно она помогает мне, моему хобби. Ну, что-то приобретала я сама. Ну, так вот. Давайте начнем с моего главного приобретения и с моей королевы, которую я приобрела в поездке, когда я летала в Казахстан. Мой перелет был через Дубай и Катар, и там я купила жемчужину своей парфюмерии. Помните, я говорила, что я очень-очень боюсь покупать нишевую парфюмерию. Так вот, я всегда хотела купить какой-то амуаж. Ну, у меня такая традиция, когда я летаю в Duty Free, я что-то покупаю. Я очень долго стояла у стойки амуаж и решила, что я, наверное, куплю Sunshine, потому что в переводе с казахского мое имя называется «Солнечный луч», ну и, соответственно, «Саншайн». Вот как-то у меня в голову пришло, и я думаю, я обязательно куплю «Саншайн». И так думаю, ладно, я к нему вернусь и пройдусь по всем этим витринам. Я остановилась у витрины «Parfum de Marly» и начала тестировать. Ребята, я забыла амуаж вообще напрочь, потому что Parfums de Marly, он меня покорил. Я, конечно, знала об этой парфюмерии, но я никогда ее не тестировала. И я начала пробовать все эти парфюмы. Меня покорила, кажется, парфюмерия, которая называется Мелиора. И вот тут я стояла между Делиной, Делина The Roses и Делина Exclusive. Но почему-то мне так хотелось купить эту Мелиору или Мелору. Она там другой флакон. Сейчас я вам покажу этот флакончик. Это такое бутологическое видео. И вот смотрите, какая красавица здесь. Тут у нее такой шикарный флакон. Я пробую его. Девочки, это роза. Это вообще что-то. Если вы один раз на себя напрызнете, будете просто пахнуть неделю. Ну, наверное, потому что эксклюзив, концентрация такая здесь, наверное, 100 миллилитров. Нет, 75. Стоит она недешево, но намного дешевле, чем в Америке, потому что здесь она чуть ли не за 300-400 долларов. Там я купила за 200 с чем-то, 260, где-то вот так вот. Вот такая королева, первая королева появилась у меня, и теперь у меня в голове мне так хочется купить Мелиору. Вот такая у меня есть красавица, королева моей парфюмерии. Дальше, переходя о нишевой парфюмерии, мне было, я купила летом себе реплику Maison Margiela Lipsticon. Так получилось, что одна из моих знакомых, ей очень, ну, она тоже любит парфюмерию, но он ей не понравился. Я ей объясняла, что это уже больше не выпускать, ты уверена, что ты хочешь мне ее продать. И я ее купила. Ну и давняя мечта осуществилась буквально недавно. By the Fireplace. Этот парфюм, который меня просто уносит в детство. Люди, которые, наверное, когда-то были в степи, пили чай, все эти деревяшки, этот саксаул, вот это все меня возвращает к
этому самоварному чаепитию. Не знаю почему, но я обожаю этот парфюм. И на него я смотрела уже 4 года. Наконец-то я его приобрела. Так, дальше. О подарках моей дочери. Переходим сюда. Коко Нуар. Потому что мы договорились с моими детьми, они мне всегда будут дарить какой-то Шанель. Вот в этом году ее выбор упал на Коко Нуар. А на день рождения она мне подарила La Vie Belle. Да там столько, 150 миллилитров. Там такой флакон, мне кажется, на всю мою жизнь. Дальше. Переходим на Beautiful Belle и Beautiful Belle Love. Вот они вот здесь. Так вот, вот этот Beautiful Belle and Love у меня все время в голове было то красивое видео, о котором Алиса Ганбанзе рассказывала. Она так про этот Estée Lauder мне говорила. Это видео, и у меня так в голове зафиксировалось. И я почему-то все время думала Beautiful Belle. Красный. Я думала, что что-то какое-то совсем другое. Но, оказывается, это просто Beautiful Belle. Это даже не Love. Это обыкновенно. Он просто был выпущен в честь там какого-то китайского Нового года. Я даже, помню, проверяла. Теперь мне хочется приобрести Magnolia. Очень замечательные духи. Вообще просто настолько нежные. Причем оба. Потом я забрала вот эту Сиси у своей мамы. Потому что у нее колпачок полный. Там что-то не так. Ну, я говорю, мамочка, если тебе не надо, и она возвращается в мою коллекцию. Потому что достать я уже больше не могу. Вот. Дальше. Что еще? Эта поездка. Эти духи я приобрела в прошлом. Ну, первую свою поездку, если я помню, рассказывала. Года 2 назад. Потом в этот раз я приобрела вот эти все манифеста. Я знаю, что они уже тоже не выпускаются. Каким образом я их купила, когда я улетала из Астаны. Представляете, там на скидках вот это за все эти 3 флакона я заплатила 130 евро. А это уже практически невозможно найти. Я схватила, если мне можно было еще что-то позволено купить, а там какое-то ограниченное количество флаконов, я бы, наверное, еще набрала. Потом я взяла Роберто Кавалли. Это я уже сама купила. Вот посмотрите, какая там цена. Совсем очень дешево, но мне нравятся флаконы. И когда я не добиваю, я потом отдаю маме или тете. Им тоже это нравится. Дальше. Вот этот Ralph Lauren Woman. Парфюм Intense. Вы знаете, я обожаю Ralph Lauren Woman. Но вот этот почему-то он меня так не зацепил. Но надо его разносить. Что еще? Ну и остальное. Вот эту всю батарею. Вот здесь вот так я вам сейчас покажу. Это подарила мне моя подруга. Да, я очень-очень lucky person. Кстати, вот эти 2 10-миллилитровые эти реплики мне пришли с последней покупкой. Потому что я покупала Jazz Club. И сейчас я посмотрю. Lazy Sunday Morning. Ну, вы знаете, Мейсон Нуджелла, он пытается как бы там про библиотеку говорить. Все, что он там чувствует, он все это создает. Ну, мой самый любимый духи, это by the fireplace. Моя дочь их терпеть не может. Ну и пошли, поехали. Что у меня появилось от Versace? Я, честно говоря, даже вот Eros, потом вот это вот синий флакон. Это тестеры, поэтому на некоторых нету колпачков. Joy от Dior. Black Opium. Это парфюм Extreme. Это настолько концентрированный, мощный опиум. У меня... О, боже мой, извиняюсь. У меня не было опиума. Теперь у меня они есть. Мой любимый Burberry. Сейчас я вам покажу, что от моего Burberry. Вот, видите?
Я Burberry обожаю осенью. Просто для меня это отвал башки, когда идет дождь. А дождь у нас сейчас идет постоянно. И вот когда я подхожу ко всему этому, у меня рука автоматически заканчивается. Это, наверное, у меня 7-й, 8-й флакон. И я все время его приобретаю. Так как в Калифорнии у нас нету снега, у нас много дождей зимой. Извиняюсь за мой палец, я порезалась. Поэтому всегда этот флакон должен быть со мной. Дальше. Она подарила Cartier мне, Пантер, все это сотки, Burberry. Я ноты пока вам не буду рассказывать. Когда-то у меня был этот роман с Ralph Lauren, я помню, у меня много-много-много лет назад. Потом он закончился, потом у кого-то из моих, кажется, у моей свекрови он был. Я его втихаря на себя одевала и балдела, потому что тогда я купить не могла. Как я радовалась, когда он у меня появился снова. Вот это Валентина, просто отвал башки. На него было столько комплиментов, девочки. Еще Dolce & Gabbana. А это вот Rose. Это, кажется, этого года произведение, насколько я помню. Сейчас я подумаю. Intense Eau de Parfum. Вот я его чуть-чуть поносила. Ребят, стойкий. Столько комплиментов на него. Это просто обалдеть, конечно. Просто отвал башки. Ну и Gucci. Gucci Bloom. Парфума Di Fiori и Ambrosia Di Fiori. Есть у меня вот такая вот маленькая. Я вот не пойму. Ну, она мне говорит... Если понравится, ты мне скажи, я тебе достану. Вот так вот меня моя подруга балует. Это вот, ну, наверное, коллекция последних 2 лет, то, что появилось в моей жизни. Тут еще Dolce & Gabbana Light Blue Cream. Ну, а про косметику она меня просто ей заваливает. Я обожаю свою подругу, которая меня так сильно любит. Ребята, когда-то давно я всегда мечтала, чтобы у меня было много косметики и парфюмерии. Вы знаете, я практически почти уже ничего не делаю, но говорят, те мечты, которые мы когда-то отправили, они у вас всегда потом каким-то образом воплощаются в жизнь. Главное мечтать. Вот я на себе это проверила. Ну и теперь отчет. Все, что я закончила. Вот помните, у меня там оставалось чуть-чуть Шалимар. И я не могу с этим флаконом расстаться, потому что я найти не могу. А купить тоже рука не позволяет, потому что у меня там много Шалимаров. Я вот так подойду, понюхаю и опять поставлю на место. Видите, как я люблю Ralph Lauren. Вот здесь я забрала у мамы. Я ношу этот духи Always Yours. Кстати, я вот почему-то больше их найти не могу. Но моя дочь просто их нос воротит. Потому что это очень цветочный, такой вот насыщенный, концентрированный. Ну, только весной его носить. Я его обожаю. Дальше. DKNY. Это я закончила. Nectar Love. Это вот мед. Медовые соты. Офигеть. Ну, классная вещь. Потом агент провокатор. Петаль Пинк. Вот честно говорю, я так и не поняла. Он что-то вот настолько легкое. Я с ним после душа им брызгалась. Ну, и вот эта вещь у меня тоже заканчивается. Агент провокатор. Петаль Нуар. Вот пирамида вот этих вот этого агента провокатора, кстати, который я могу на себе носить. Она такая огромная, мне кажется, ни у какого нишевого парфюма нет такой
огромной пирамиды, чего тут только нет. Вот, мне кажется, все ноты, которые можно затолкать, это вот здесь. Когда я прочитала на фрагрантике, я чуть не офигела, думаю, ничего себе, я даже перечислять не буду. Хотя я там что-то пыталась запомнить. Что мне это напоминает? Мне это напоминает, вот, допустим, ребята, вы пришли где-то там в музей, ну, вот где вот эти куртизанки, вот эти, ну, как отель. И там раньше, вот когда, ну, может, во Франции, когда там поднимались наверх к этим дамам, и у них там все это пахло, вот это все такие кружевные занавески, всякие там юбочки, цветы, вот что-то в таком духе. И сексуально, и в то же время так что-то цветочно-деревенское, и все в одном месте, и деревяшки, и столы это все, и скатерти, вот как-то и ром, и вино, вот что-то все, вот этот какой-то сексуальный праздник ночной. Вот эта вот вещь мне это напоминает, она заканчивается, вряд ли я теперь когда-либо это найду. Ну, иногда... А, кстати, я почему? Ну, я быстро закончу, потому что я с ним засыпала. Вот такие у меня, вот такое у меня видео, потому что если я сейчас не сниму, я никогда не сниму. Из всех этих духов я как бы начинаю пробовать, потому что каких-то у меня были в моей жизни, каких-то еще не было. Но вот видите, я потихоньку начал собирать нишевую парфюмерию. И еще про какие-то духи мне хотелось вам сказать. Что они мне напоминают. Вот не могу понять. Какие-то духи вот сегодня я одела. И вот такое ощущение, что вот как будто вы яблоко кусаете. Вот этот хруст. А, нет, она у меня там осталась. Но я уже не буду никого будить. Она мне еще подарила Хлоя. Вот это Хлоя на себя одела. Вот вы знаете, где вы яблоко кушаете, да? И рядом букет роз. И вот этот вот хруст яблока. С огромным букетом роз. Или где-то в розовом кусту вы эти яблоки прячете и сидите. Вот такое вот ощущение. Потом я пыталась разносить вот эту даму, Мицуку. Такая она, девочки, своенравная. Обалдеть. Я так и не поняла, ее нравится она мне или нет. Она меняется с каждым дуновением ветра или каким-то поворотом головы. Настолько она капризная. Вот я просто удивилась, как вот парфюмерия может меняться. Вот такие у меня парфюмерные новости. Все-таки я решилась и сняла. Если вам интересно, я буду дальше вам рассказывать. Вот как я боялась, что я начну покупать нишевую парфюмерию. И теперь у меня там огромный список. Ну, вы знаете, вот действительно процентов 60-70 я не покупала. Это было мне подарено. Видите, какая я удачливая. Но теперь я буду, кажется, покупать нишевую парфюмерию. Ну, хотя бы раз в полгода. И вот эта Мелиора или Мелора, как она там, парфюм де Марли, она у меня в голове как пуля сидит. Как мне ее хочется купить. Если я вас развлекла сегодня, вот такое у меня было видео парфюмерное и отчет. Видите, конечно, очень много у меня парфюмерии. Нормальному человеку много не нужно. Но мы парфманьяки ненормальные. И с каждым духами нам хочется еще. Если я вот в такой форме не сниму, я уже вообще ничего не сниму. Поэтому я вас и обожаю. С наступающими вашими праздниками. И я надеюсь, сниму еще одно видео до конца года. Пока!